Самый масштабный розыгрыш трех ножей и одной пары перчаток для тебя. А именно, охотничий нож черный глянец, нож выживания африканская сетка, паракорд нож африканская сетка, обводки рук пустынный шаман. Условия очень простые, ждут тебя в описании. 476 рублей баланс на MyCSGO, и прямо сейчас мы начинаем рубрику «С бомжа до ножа». Это та рубрика, когда я иду на самый популярный сайт с кейсами CS2 и пробую выбить ножик. Слово баланса сегодня это 500 рублей. И будет чрезвычайно интересно, поэтому, пожалуйста, поставь прямо сейчас лайкосик. Не забывай, что я разыгрываю нож на этом сайте. На MyCSGO. Ну, не я, а мне помогают и помогают вам выиграть ножик. В общем, если ты играешь на этом сайте, на MyCSGO, либо когда-то хочешь поиграть, самый рабочий промокод, который только здесь есть, это промокод А, потому что он дает плюс 30% на абсолютно любую сумму. Каждый раз, когда ты депозитишь, ты получаешь плюс 30%, и это абсолютно имба, потому что этот промокод тебя окупит. Но если ты зайдешь в раздачу скинов, введешь код, который ты видишь на экране, у тебя откроется раздача, и ты можешь попробовать выиграть вот этот ножик. Условия очень простые. Какие? Ты депозитишь по промокоду PREDKNIFE, и за каждые 500 рублей депозита тебе дается один талончик, который ты можешь потратить и выиграть нож в моей раздаче. Поэтому обязательно залетай, пробуй выиграть этот нож. Это закрытая раздача только для моих подписчиков. Поэтому обязательно используй ее. А мы приступаем. Ну давай, господа, поехали. Майнинг-кейсы. Какой майнинг-кейс нам сейчас нужно открыть? Вот просто давайте подумаем. Смотрите, моя задача — выбить сегодня минимум один нож с 500 рублей. Я знаю, что это возможно. Поэтому давайте выберем кейс, который мы хотим открывать. Но это либо хайпер, либо неонуанка. Хотя, знаешь, мы можем даже вот пооткрывать что-то такое, вот типа механоиндустрии, потому что мы раньше этого не делали. Давай попробуем. Я знаю, что возможно это будет ошибкой. И сейчас нам не выпадет механка, и мы будем в полной заднице. Но тогда наш ролик закончится очень быстро, и мы очень быстро пойдем с грустным лицом его перезаписывать. Но подожди. Три механки пролетело. Вот и что делать сейчас? Вот что делать? Еще раз пробую. Если сейчас не выпадает механка, мы в полной заднице, и 100% ролик будет минусовой. Я не верю. И вот зачем я пошел в механку? Для чего я пошел в механку? Чтобы все слить? Или... М-ка. Балдеж. 3000 рублей сюда. Вот это я понимаю. Солевой момент. Вот это, кстати, очень круто. 3000 рублей на ровном месте. Бля, у меня же сопля пошла. Жестко. Так, подожди, подожди. Надо переварить. У нас было 500. Мы открыли два раза. То есть мы открыли всего на 250 рублей. И мне выпала М-ка. Я клянусь, когда хотел записывать этот ролик, я думал зайти в хайпер и попробовать покрутить его. Потому что здесь, ну уж, очень крутые пушки. И если ты выбиваешь какую-то из коллекции хайпер, то это дает тебе плюс там 1000 рублей. 1700, 1500. Ну, то есть это очень дорого. А сейчас я понимаю, что мы вместе с вами залетаем, открываем и со второго раза выбиваем 3000. Знаете, я бы сейчас, наверное, даже пошел фаром. Да ладно, сколько? Здрасте. 100% один из самых окупаемых сайтов. 5500, просто 5500 на ровном месте. Как тебе такое? Слушай, ну мы сейчас обязаны вместе с вами пойти точно крутить ножевой, либо перчаточный. Я бы даже попробовал... Слушай, а может пойти вот в этот кейс? Хотя нет. Нет, Luxury Glove, я знаю, что это может быть дорого, и это может наслить. Давай обычные перчатки, вот просто обычные перчаточки. Посмотрим, а там как пойдет. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик, я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. 760 рублей за 10 открытий, да полетели. И вот это будет интересненько. Потому что, знаете, когда ты открываешь кейсики, и у тебя падает 5000 рублей, это значит, что это, скорее всего, один из самых окупных сайтов, которые только есть. Нужно этим пользоваться и сразу идти на хай, идти на максимум, пробовать выбивать прям максимально много. И сегодня мы так и ой-ой-ой-ой, а прикинь бы выпали. Вот просто мы сейчас на два раза открыли, из двух раз выбить перчатки, ну, хотя мы механку выбили с двух раз, хайпер мы выбили с двух раз, по сути мы все сегодня выбиваем с двух, и перчатки выбили тоже. Обалдеть. 9000 рублей. Знаешь, что самое интересное и самое необычное будет сейчас? У нас 9000 баланса,
мы выбили перчатки, выбили топовый дроп, и у нас 3500 рублей. Давайте попробуем выбить еще один нож за 760 рублей. И вот если с 3500 нам получится выбить ножик, мы все это продаем и идем в самые дорогие кейсы. Это будет... Это будет жестко. Вот сейчас было близко. Вот было настолько близко, что пипец. Но мог реально сейчас окупить. Реально мог. Но почему-то не стал. Давай еще раз. У нас, кстати, 3 попытки. Это очень круто. Еще 3 попытки. То есть мы уже 2 потратили. Получается 760 на 2, 1500. 1500 на 2, это 3. 4000. Ну, кстати, с 4000 он обязан выпасть. Нож с 4000 должен. Круто. И даже не с 4000, даже не с 5 открытий, а всего лишь с 3. Нож, ну, с 4. Нож с лезвием крюком. Обалдеть. То есть у нас сейчас есть 2 обалденных ножа. Так, давай, наверное, зайдем в контракт. Все, вот это закинем, от ширпика избавимся. Просто уж очень сильно, извините меня, хочется посмотреть на эту красоту. И теперь, ну давай. Блин, вот можно сделать контракт из ножа и перчаток. Но я понимаю, что, скорее всего, это слив. Давай тогда лучше попробуем все это продать и сделать очень крутое открытие, например, одного какого-нибудь крутого кейса. А вот какого? Блин, я не знаю, 20 тысяч. В какой кейс можно закинуть 20 тысяч, не переживая, что ты можешь окупиться и просто разбогатеть? Ну, давай какой-нибудь нужно выбрать. Кейс майнинг, может быть, начать с него? Да, падают самые лучшие перчатки. Фиолетовый сет, кстати, неплохо. Давай попробуем. Хотя, в принципе, блин, я бы что-нибудь взял бы поагрессивнее. Типа гидры. Вот она. Здесь падает минимальный нож. Это тоже очень хорошо. 16 тысяч рублей за вот такой красивый нож, я считаю, это очень круто. Поехали. Ровно на один разочек. Да-да, не... Омега. Просто пролистывается. Прикинь, с первого раза выбить перчатки Омега. Давай сделаем так. Откроем 3 раза быстро. Если нет... Слушай, а может быть мы просто тогда по 3 раза быстро и проверим абсолютно все, что здесь есть? Ну, либо дождемся именно из того, что выпадет с этого кейса. Блин, мне вот интересно, если 20... Вот представь, вот у меня 20 тысяч. Минимальный нож с этого кейса падает за 16. Сколько раз мне нужно открыть этот кейс, чтобы выбить что-то стоящее? Это же действительно что-то уникальное. Попрошу, пожалуйста, каждого из вас поставить свой царский лайкосик. Спасибо огромное каждому, кто смотрит эти ролики. Спасибо вам, мужики. Просто знайте, что я вас люблю. И не забывайте... Что если будете пополнять, используйте промокод ТА, либо залетайте в розыгрыш на нож. Это тоже очень крутая тема, которая ну прям чрезвычайно круто окупается. В любом случае, это даст тебе бешеный буст. А мы продолжаем, продолжаем и еще раз продолжаем. 12 тысяч у нас на балансе остается. В принципе, немного, но и немало. Даже не половина. Но я надеюсь, что спустя хотя бы 1015 он нам что-то выдаст. Блин, а ты прикинь? Прикинь, насколько будет жестко. Если мы сейчас крутнем 20 тысяч и нам не выпадет ровным счетом ничего. Какой же это будет позор? Это будет самый, наверное, обидный. Ну хотя обидного не будет, потому что мы, извините меня, с 250 рублей по факту разогнали все это в 20 тысяч. Но все же, немножко обидно будет, потому что сейчас охота вот прям какой-нибудь, прям знаешь, супер-мега крутой скин и просто поставить его на вывод. Знаю, что это тяжело. Знаю, что это... Хотя, блин, уже 6 тысяч, и как будто бы сейчас уже мы не окупимся, мне кажется, у нас просто сольет. Хотя бы любой ножик, пожалуйста. О! 17 тысяч. Нож с лезвием крюком. Спасибо. Вот его мы ставим на вывод. Обязательно используйте промокод А, либо участвуйте в раздаче и залетайте в телегу. Розыгрыш 3 ножей и 1 пара перчаток. Именно там.